Всем привет, я в Нижнем Новгороде. Тут очень много заброшенных зданий и много очень декораций. То есть какие-то здания задекорированы просто как потёмкинские деревни, и за ними какие-нибудь старые деревяшки. Это добро пожаловать в матрицу, ребята. Но сейчас мы идем в место, где три церкви соединились в одну. Ну, точнее, на одной локации мы сразу увидели три церкви. Армянскую, православную и католическую. Я не знаю, как отличается ничем армянская от православной. Что-то он мне посигналил. Но дома здесь очень интересные. Это центр города. Мы недалеко от Кремля, недалеко от метро моста. Все очень интересно, все очень старинное. Вот, пожалуйста, такие дома. Обалдеть! Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Ну, все очень старое. Ну, тут, наверное, живут сквоттеры. Да уж, вот такие заброшки. Я слышу там какое-то движение. Это киберпанк, детка. Проезжают электросамокаты. Это реальный киберпанк. На закате запах старины, все это заброшено. Но я тем временем подхожу к этой локации с православной церковью. Сегодня, кстати, мы были в месте, где староверы или старообрядцы обитают. Эта деревня называется Филипповская. Это район Бора. Это за рекой от Нижнего. Вот мои товарищи, с которыми я сюда приехал. А вот та самая церковь. Да, тут три церкви. Вот, пожалуйста, православная, армянская и католическая. Католический костел. Видите, как интересно. Все на одном районе, как три банкомата в Пятерочке. ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк. Так и здесь тоже. Три церкви, пожалуйста. И садящееся солнце. Все, что нам нужно. Вот такая улочка уютная. Ну, а я ухожу в закат. Всем пока.